Холл кинотеатра «Беларусь» превратился в своеобразную галерею. В каждом уголке дыхание истории. Две экспозиции, посвященные тысячелетию Бреста, представили Центральная городская библиотека и Музей истории города. Малый зал кинотеатра распахнул свои двери и для представителей старшего поколения, и для брестской молодежи, ведь диалог – это в первую очередь диалог поколений. Сегодня разговор о тысячелетии Бреста. Показать, как участвовать молодежи. Подготовки праздника, что наш город должен быть чистый, красивый, прекрасный, и люди должны быть замечательны и мыслями, и думами. Несмотря на то, что члены объединения «Диалог» – это с большего люди преклонного возраста, ветераны войны и труда, спектр деятельности клуба широк и многогранен. Один из векторов – взаимодействие с молодежью. К слову, ее на торжественном заседании не меньше, чем ветеранов. И каждый представитель старается внести свою, пусть скромную, лепту к тысячелетнему юбилею. Мы, как студенты-историки, участвовали в раскопах в Грецкой крепости. Мы помогали находить... свидетельство того, что город Брест, возможно, основан и раньше, чем в 1919 году, потому что 1019 год – это первое упоминание именно в летописи. А как мы знаем, летопись пишется уже после того, как город образовался, как он состоялся, как он стал торговым центром. Очень богатая история на самом деле, и мы хотим, как бы, чтобы люди об этом знали, и поэтому по минимуму, но все-таки участвуем в каких-то мероприятиях. Безусловно, им интересно общаться с старшим поколением, старшим поколению интересно общаться с молодым поколением. Тот опыт бесценный, которым обладают ветераны, люди пожилого возраста, они с радостью делятся этим с молодежью. Скажем, молодежь потом в перспективе будет реализовывать те моменты, которыми они обладают, и как раз те моменты, которые они впитывают от старшего поколения. Зал был полон. Очередная встреча клуба «Диалог» прошла на одном дыхании. И это неудивительно. Говорили о богатом историческом прошлом города над Бугом. Помощником в этом послужило театрализованное представление, которое организовали студенты Брестского государственного университета имени Пушкина. А также в ходе мероприятия обсудили проекты, реализуемые в рамках подготовки к тысячелетнему юбилею и концепцию празднования большого торжества.